Астропрогноз на 4 декабря. Овен. Гороскоп предсказывает много работы. Чем быстрее справитесь со всеми задачами, тем раньше успех пойдет вам навстречу. Телец. Сначала следует уделить внимание самым важным делам, а после – более мелким задачам. Близнецы. Будьте особо внимательны при подписании документов. В скором времени есть шанс встретить свою судьбу. Рак. На работе сегодня стоит проявить все свои таланты. Тогда результат не заставит себя долго ждать и порадует вас. Лев. Старайтесь прислушиваться к своему внутреннему голосу. Уделите больше внимания своему здоровью. Дева. День лучше посвятить семье и дому. Благоприятное время для планирования дальних поездок. Весы. Гороскоп советует соблюдать размеренность в делах. От близкого друга ожидайте новостей. Скорпион. Благоприятный день для выгодных сделок. Есть шанс получить финансовую прибыль. Стрелец. Сегодня с вас будут брать пример не только близкие, но и коллеги. Не подведите самого себя. Козерог. Возможно, ваше решение изменит чью-то судьбу. Постарайтесь довериться интуиции. Водолей. Немного энергии и инициативности вам сегодня не помешает. Вечер подходит для романтического свидания. Рыбы. По отношению к начальству будьте более лояльными. Удачное время для командировки.